Добро пожаловать в гости на канал. С вами Валентина. У меня новая работа. Если вы любите шить из мелких лоскутков, вы знаете, какая это кропотливая работа. Пичворк – очень интересное занятие. Но я хочу вам предложить ленивый пичворк, не сшивая лоскуты между собой, а в технике текстильная пицца. Я произвела ревизию по своим обрезкам и немного их облагородила. Просто маленькие лоскуточки я выровняла край, и у меня получились абсолютно разные размеры. Маленькие, тоненькие, узенькие, широкие, треугольники, квадратики, прямоугольники. Саму ткань не подбирала по цвету, что попадалось, то и подравнивала. И фактура у ткани абсолютно разная. У меня тут мебельная, портьерная, хлопок, ситец, крепсатен, бязь, джинсовая ткань. На данный момент вырезала две детали. Эта нижняя часть будет моей заготовки. 45 на 40. Размер берите свой. Но пока что я делаю одну часть. Может быть, это будет сумка. Если получится удачно, я еще сошью вторую основу. Можно из нее сделать косметичку. Если вы вырежете более объемную, большую заготовочку, основу, то можно сделать сидушку, подушку, что угодно. Лоскутики у меня мелкие, и в качестве клеевой я буду использовать флизелин. Можно воспользоваться паутинкой. Если у вас крупные лоскуты, можно избежать. Но это, если вы используете клеевую, будет намного проще, интересней, и ваш рисунок не будет разваливаться. Вот смотрите, одинаковые цвета, я их рядом не ставлю. Я ставлю так, сочетаемо-несочетаемо. Слегка друг на друга делаю нахлёст. Как вот они у меня будут ложиться, так я их и буду располагать. Какая пониже, какая побольше, повыше, вдоль, поперек. Как-то так. И заполняю в таком темпе все полотно. Выкладка лоскутов – это все-таки интересное занятие. Вы выкладываете как хотите, произвольно, горизонтально, вертикально. Как что ложится, значит, тому и место. Но также выкладывать можно и по цветовой гамме. Если вы на моем канале впервые, загляните в плейлисты и советую заглянуть в плейлист «Лоскутное шитье» или «Текстильная пицца». Вы для себя найдете много интересного. В последнее время люблю создавать картины из лоскутов, арт-полотно. Пейзажи, натюрморты, разные люди, разных времен, национальностей и народов. Смешные и жизненные полотна. Когда вы разместили весь свой рисунок, нужно накрыть прозрачной тканью. Подойдет сетка, фатин, органза, тюль. Органза немного глушит цвет, но она и шьется хорошо, и имеет свой блеск. У меня фатин. Если использовать органзу, она очень богата цветовой гаммой. Полотно проутюжила, вот такая мозаика получилась, она сцепилась с флизелином, приклеилась, но дополнительно я пустила еще булавочки. Все ненужное, но оставляйте буквально, наверное, сантиметрик от лишнего фатина. И еще, если у вас конкретные размеры полотна, то лучше прибавьте по 2-3 сантиметра с каждой стороны, потому что стежка дает усадку, потом вы будете выравнивать, чтобы вы не просчитались. И теперь наша задача сделать стежку. Неважно, будете на свободном ходу прошивать или просто обыкновенной строчкой, но вы должны закрепить каждый лоскуток вашей ткани. Цвет нить можно менять, но качество ниток, что в катушке, что в шпульке, должна быть одна и та же. Прошивать можете одним цветом, также можете менять, чередовать, менять направление строчки, делать какие-нибудь фигуристые выкрутасы, и ваше полотно будет очень даже интересно и симпатично. Ну а в качестве декора, допустим, вы выложили в свои квадратики рисунок, но дополнительно можно пустить еще здесь какой-нибудь рисунок, тот же орнамент, цветы, что-то сюда, допустим, добавить. Это тоже будет очень красиво смотреться. Лично я привыкла прошивать такие вещи на свободном ходу. Вот такая лапка для стежки с кольцом, для штопки. Вы берете, вставляете, опускаете транспортер. Это нижние зубчики. У кого не опускается транспортер, есть специальные пластины. Все шьете
кручу-верчу, куда хочу. Шьете в любом направлении, и вам не приходится полотно крутить туда-сюда. Прошивать на свободном ходу очень просто. Вы просто ведете полотно в нужном направлении, ласково и нежно, а машинка сама и шьет. Если вы новичок, никогда не шили на свободном ходу, это отличная практика потренироваться на каком-нибудь простом изделии. Ну а потом, когда вы набьете руку, вы уже будете делать действительно оригинальный рисунок. Лично я не профессионал по стежке. У меня вот есть стежка, но в процессе каждой работы я пробую делать какие-нибудь новые рисунки. Это техника мозги. Просто вы завитушечки делаете в виде восьмерки, возвращаетесь и так шьете все полотно. Не бойтесь, пробуйте, это очень даже легко, вы не заметите как уже полотно полностью прошито. Если у вас нет такой лапки для штопки и свободного хода, вы можете купить в специализированных магазинах или заказать на AliExpress. Но, как правило, она всегда идет в комплекте со швейной машинкой. Если у вас нет такой лапки, то вы можете прошивать просто, обыкновенной строчкой, но часто. Но тоже можете делать какие-нибудь извилистые линии и менять направление. Также стежку можно делать и по трафарету. Вы берете какой-нибудь плотный лист бумаги или картона, вырезаете нужный размер, подкладываете под лапку и рядом с этой бумагой делаете стежку. Это намного лучше, чем вы будете рисовать разные полоски, измеряя по полотну. Я обычно не снимаю, как я делаю стежку, потому что научить чему-то новому я вас не смогу. На YouTube очень много каналов, которые специализируются на красивой стежке декоративной. Они вас и научат, как и что, и расскажут все тонкости. А вы, девчонки-рукодельницы, не забывайте заходить в гости на канал, писать комментарии, а если вам понравился канал, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. На моем канале много плейлистов. Сумки, ремонт одежды, для дома и дачи лоскутное шитье, кулинария. Загляните, посмотрите. Я всегда рада гостям. Девочки, кто из постоянных моих зрителей, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая тема вас больше интересует. Простые сумки или сложная текстильная пицца, ремонт одежды. Что вы хотите увидеть на моем канале? Для меня это очень важно, потому что рекомендации YouTube, то он предлагает вам посмотреть, то он не предлагает. Но от этого зависят мои просмотры и сам настрой, вот именно делать что-то или нет. Полотно полностью прошило, получилось вот такое оно авангардное и пестрое. Как вы заметили, что строчку пускала я разными нитками. Здесь у меня желтые, голубые, бордовые, разные. И я просто брала один участок, ввела произвольно, ничего не вымеряя, одним цветом, потом другим цветом, но пустоты заполняла другим цветом. И в итоге у меня получилось 4 разного цвета нити. Когда прошивала, нить старалась выводить, но на край полотна, чтобы было проще отрезать. Но всегда я делала закрепку при начальной строчке. Теперь полотно нужно хорошо отутюжить и выровнять. Выравнивать лучше не просто на глаз, отрезая неровности ножницами, а взять линейку, прочертить черту и отрезать лишнее. Готовый уже вид составил 38 на 45. Это 3 сантиметра минус. Вот такая обратная сторона чистенькая получилась, аккуратненькая. Из такого полотна также можно сделать ланчмат, салфетку. Как я сказала, можно сделать сумку и ту же косметичку. Но для косметички этот размер довольно-таки большой, хоть часть уйдет в бока, допустим, в молнию. Но чисто сложить какую-то мелочевку, те же нитки, иголки, может быть, какие-нибудь пузыречки, флакончики, вполне сойдет. На этом все. С вами была Валентина. А я буду думать, что из этой заготовочки сделать. На этом все. Пока-пока. Заходите в гости на канал, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем творческом видео.